Ну что, мои дорогие, я направляюсь на разведку, в Мистецький арсенал, на книжную выставку. Это 6-я международная книжная выставка. Раз в году все украинские, не только издательства, съезжаются на книжный арсенал, чтобы представить свои новинки для любителей бумажных книг. А я уверена, что нас становится все больше и больше. Все-таки давайте возвращаться к истокам, потому что книга содержит в себе ответы на все ваши вопросы. Читаем, або мы того варте. Так вот, сегодня я решила записать такое пояснительное видео, чтобы завтра вы не теряли лишнее время на входе, а сразу направлялись к стенду B15, ну а потом на выдавничий майданчик, где будет проходить, собственно говоря, презентация. Ну, презентация громко сказана, скорее всего, это будет, как всегда, личная, откровенная беседа. Вы, я и книга, такое вот трио. Мистецький арсенал расположен на улице Лаврской, 10-12. Это целый комплекс, в который входит несколько зданий. Ближайшее метро Арсенальное или же метро Печерская. Вы садитесь на автобус или на троллейбус. Ну, в общем, посмотрите по Google карте. Ну, что тут дела? Ну, подъехать невозможно. Еще ремонт дороги. Ой, пожалуйста, пропусти. Пропустите нас! Кто пропустит? Не пропустит, пропустит, пропустит. Мужчина на Киона, пропустите. Он такой симпатичный. О нет, табло недовольно. Пропустите нас, пожалуйста, пожалуйста, пропустите нас. А, пропустите автобус, пропустите нас. О, пропустили, фу. Спасибо всем. Вот здание Мистецкого арсенала, мы подъезжаем к нему. Нужно найти место, где припарковаться. Друзья мои, если вы будете ехать на машине, приезжайте заранее, потому что парковочных мест очень мало, а желающих очень много. В самом здании на книжной выставке я планирую быть с 18:00. Напоминаю, 22 апреля, пятница, с 18:00 я уже на книжной выставке. Вот в Лаврском переулочке вы можете оставить машину, конечно, если будут свободные места. Ой, господи, опять вылажу, как старая корова. Вроде же не на каблуках. Не могу красиво выйти из машины. Так, надеваем очки, чтобы не было морщин. Уже какие-то симпатичные мужчины спрашивают, это Монро? Да, это я. А кто это такой был? Да, это Монро, когда он тут красотка. Конечно. А так приятно вообще. Прям аж настроение поднялось. Это шла, тут куксилась. Осмотрелась новостей. Блять, хоть не живи. Друзья мои, я нахожусь возле входа в книжный арсенал. Вот сзади меня касса. Вы покупаете билет, стоимость входа 50 гривен. Студентам, школьникам, а также пенсионерам 20 гривен вход. И проходите. Ну, придем, придем. Вот здесь находится касса, вы покупаете билет, да? А вот тут мы проходим. Сейчас. В окошке дама покупает билет и проходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам проведу маленькую экскурсию. Здесь и столики. Погода не предполагает пышных банкетов на улице, но, по крайней мере, фонтаны включили. И книжный клуб, кафе, и все на свете. А, вход дальше. Ага, Нич Арсенал. Ух ты, тут уже оседлать микрофон. Музычка такая. Веселенькая. Как всегда, очередь в туалет. Ага, а вот есть, я так поняла, схема. Схема, схема, схема. Вот здесь вы смотрите, ищете B15. Вот B15. Ой, светит сильно. Мама дорогая, вот чтобы вы понимали, открыли арсенал, и в женском туалете всего лишь 3 кабинки. Не знаю, сколько в мужском, но думаю, не больше. Надо зайти проверить. А вот и наше издательство «Виват», смотри. Здрасте, девочки. Здравствуйте. Покупайте книжечку. Пожалуйста, никуда, мы же вашу книжку продаем.
Вы покупаете книжечку за 115 гривен, поддерживаете интеллектуальный труд и топаете на видавничий майданчик на презентацию. Кстати, издательство «Виват» продает не только мою книжку, а здесь огромный ассортимент, и вот девочки улыбаются. Ой, размалевочки такие красивые. Квитковая размалевка антистресс, романтика, натхнення. Ой, друзья мои, так приятно вообще, книжку уже читали, очень понравилось. Ну, надеюсь, просто девочки тактичные и не сказали, что это сливовое вино продают, слушать. Пришла на выставку, купила себе книжку, лишь раскраску антистресс в издательстве «Виват», а потом винца сливового. Это вот здесь будет? О, видавничий майданчик. Ага. Друзья мои, я предлагаю вам приходить пораньше. Вот если у вас есть свободные полдня, приходите на книжный арсенал, и потом уже закончим мои презентации. Потому что здесь такое большое количество книг, издательств, каких-то уголков, закутков, сцен, что вам не хватит 2 часов, чтобы охватить полностью весь масштаб. Друзья мои, в соседнем здании есть тоже туалет, не переживайте. А люди не знают, что в соседнем здании есть туалет, и мы им не скажем. Жабы. Я надеюсь, вы все поняли, куда идти, где покупать билет, где находится издательство «Виват», где можно купить книжку. До встречи завтра. Все, целую плечи, до скорой встречи. Друзья мои, еще один момент. Давайте не изменять наши традиции и вместо цветов дарить крепкие алкогольные напитки. На месте выпьем. Кстати, несите с собой закуску. У нас будет время насладиться друг другом, а также вашими кулинарными шедеврами. Все, до завтра. Люблю, целую. Ваша неугомонная Манро.